Герой, молодой человек, холостой кавалер, должен ехать в провинцию дней так на 10 делать дела. Расставаясь с избранницей, он орошает слезой интерьер, и, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. В сотый раз напоследок уже у дверей умоляет писать ему, чтобы там ни было в день по письму. Рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, обещает писать, ободряет кивком, одаряет цветком, наконец отпускает и в 10 минут забывает о нем. А герой, повелев ямщику не зевать, через сутки пути прибывает на место, въезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть это он движется с делом и без, в экипаже нет. Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур, что ни день на подарки, понятно кому, не жалеет монет. Покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий сумбур, или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждет, изнывает от скуки дурак дураком, не пьянее глотает ликер и бисквит, без охоты жует, ожидает конверта с условным на нем от руки голубком. И, томясь ожиданием, ходит по бархату взад и вперед, а кокетка не помнит, она занята, что ни день ежечасно ее с головой поглощает забота. То это, то та, то непрошенный гость, у нее то мигрень, то канун маскарада, то сам маскарад, то верчение столов, то большая примерка, и так что ни день. Предположим, неделя проходит, он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, обмякли устои, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход, и один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, на 9-е сутки в единый прием он снотворного склянку, что свалит слона, осушает, и мрак, наконец, оглушает его забытье. В это самое время внезапно о нем вспоминает она, то есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро вынимает, конечно, бивар из бивара, бумагу берет и перо, и строкой строку погоняет строка, и к рассвету послание выходит густым, как почтовый роман, могло быть и гуще, да ночь коротка. На 10-е сутки с утра просыпается наш кавалер, выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом, не спеша, тормошит саквояж, достает револьвер и, конечно, стреляется прямо на бархате, что неумно. А конверт-то надписан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы и огня. Силуэт голубка в уголке не забыт, путевые издержки рассчитаны, нарочный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствие определит. А пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас, полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через два ни с того ни с сего на дворе постоялом я встречу его и в глаза посмотрю со значением, но не скажу ничего. Разговаривать некогда, да и зачем? Господа пассажиры, 4-й звонок, занимайте места, живу приживу зэм. Я во что мы эйфорей, тарако, не согласен, вот бог, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем, это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа вояжеры, таков эпилог. Или, может, эпиграф, не все ли равно? Их, знаете, путают. Префикс один, да и корни по смыслу считай заодно. Ох уж эти мне эллины, этот язык, уже как не вникал я в него, а не вник, между тем не последний, по общему мнению, был ученик. Укулеле включите!